нас первый матч в сезоне, и мы немножко вначале втягивались, потом втянулись, и все наработки, что хотели сыграть, то и получилось. Задачи на сезон обозначены. Выигрывать каждую игру и не проигрывать. Ребята серьезно отнеслись к реализации моментов, которые мы создавали и в прошлом сезоне. Но в этом сезоне как бы уровень высшей лиги, видно, позволяет нам все-таки реализовывать эти моменты. Возможно, с этим моментом и придет какая-то уверенность в собственных силах, и будем двигаться вперед.